МИД Азербайджана требует от Франции положить конец деструктивной деятельности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, комментируя антиазербайджанские высказывания французского президента Эммануэля Макрона. 25 сентября президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил, что в условиях давления Азербайджана на Армению и территориальных претензий Франция встала плечом к плечу с Арменией, что является очередным примером предвзятого проармянского подхода, которую Франция продемонстрировала как и к нашей стране, так и к мирному процессу в целом, заявил Айхан Гаджизаде. Пресс-секретарь подчеркнул, что недопустимо, чтобы Франция, готовящая Армению к реваншизму, осуществляющая широкое вооружение этой страны, обвиняла азербайджанскую сторону в давлении. Представление Армении как миролюбивой страны жертвы, почти 30 лет удерживавшей под оккупацией азербайджанские территории, вытеснившей около миллиона азербайджанцев со своей родины, совершившей массовые убийства и преступления против человечности, игнорирующий право на возвращение сотен тысяч азербайджанцев, массово депортированных с территории Армении, демонстрирует, насколько несправедлива политика, проводимая Францией. «Мы требуем от Франции, чья внешняя политика в многих частях мира потерпела неудачу, прекращения деструктивной деятельности в нашем регионе», заявил в заключении пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде.